В сентябре 1912 года решением Барнаульской управы улица Большая Змиевская переименована в Троицкий проспект. Сейчас это улица имени Аванесова. В конце сентября 1914 года Барнаульский комитет Красного Креста отправил на фронт 3 партии больничного белья, в каждой по 50 комплектов. Белье изготовили участницы дамского кружка. 20 сентября 2015 года в Барнаул прибыл святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За время визита совершил освящение храма Дмитрия Ростовского, возглавил божественную литургию, осветил место строительства Спасского кафедрального собора в Барнауле.